Упражнение 147. Прототипом является обычный кожаный ремешок для часов, а изобретением является пружинный ремешок для часов, который, вообще говоря, был изобретен в автомобильной промышленности для того, чтобы заменить пластиковые хомуты для удержания проводки на пружинки специального типа. И у этой пружинки есть функции и тарельчатой пружины, и плоской пружины, и даже спиральной пружины. Такое интересное операция с ресурсами, которые вам придется определить. Ну, естественно, на упражнение 1 нужно определить все приемы, которые вы здесь обнаруживаете в этом изобретении. Упражнение номер 2 написать уравнение функций, которые вы здесь можете легко составить. Упражнение номер 3 определить все ресурсы. Упражнение номер 4 определить все недостатки, которые вы можете узнать в изучаемом изобретении согласно классификационной системе, которой мы пользуемся, из 30 типовых недостатков.